В России зарегистрирован первый инфицированный вирусом Зика. Это женщина, вернувшаяся в Москву после отдыха в Доминиканской республике. Признаки лихорадки, высокая температура и сыпь были выявлены у нее через несколько дней после прилета. Сейчас она госпитализирована в инфекционную клиническую больницу номер один. Особо подчеркивается, что в самолете, которым летела заболевшая, он приземлился в аэропорту Домодедово, был проведен весь комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. Никакой угрозы для других пассажиров лайнера, как заявили специалисты, нет. Также не вызывает серьезных опасений и состояние самой заболевшей. Напомню, вирус Зика передается через укусы комаров и наиболее опасен для беременных, поскольку вызывает тяжелое поражение мозга у новорожденных. Сейчас вспышки заболевания отмечены более чем в 30 странах, прежде всего Латинской Америке. В Бразилии, откуда началось распространение инфекции, счет заболевшим идет на сотни тысяч.